Утренний фреш. На часах только 8 утра, а на волне 104.0 FM ведущие Радио 1 уже вовсю поднимают настроение своим слушателям. Сегодня у них необычный эфир, новогодний. Поэтому прямо сейчас мы едем к ним и узнаем, что они подготовили для приднестровцев. И счастье, и свет есть. Жизнь такая прелесть. Молодые, яркие и энергичные – те, кто будет вас каждое утро. Вы узнаете их по голосу. Они удивляют своих слушателей каждый раз. Но этим утром команда утреннего фреша подготовила нечто необычное. Последний предновогодний эфир должен был стать яркой точкой фреш-марафона 2018-го. Оригинальность – их конек. Тем более, когда в одном эфире сразу все ведущие. Сегодня все в жанре хоррор. Страшно? Давайте держаться вместе. Угу. Сань, ну ты чего? Это ж как фильм ужасов. Мы по жанру там обязаны разделиться, да. Так нас легче будет поймать по одному. Мне одна эта идея кажется ужасной. Ужасно интересно. Да, все, держимся в колготках. Итак, не страшно, а страшно весело. И так все три часа. Вместе с Радио 1. Как будто бы нас заперли в одном помещении, мы не можем выйти. И потом, когда мы выходим, мы узнаем, что это издевательно над нами наш, возможно, будущий коллега. Мы команда. Да. Мы будем петь вместе. Да. И бояться тоже будем вместе. Да. Потому что команда. Небо, не боюсь. Мы же вместе и нас больше. Ну а если он достанет пилу, тогда разделят нас, как Польшу. Фрешевцы ломают любые стереотипы, и даже в жанре хоррор нашлось место юмору. Сомневаетесь? Доказываем. Саша уснул и башкой своей ящик упал. И куда же в эфире без радиослушателей? Именно они помогали ведущим и участвовали в конкурсах. Сейчас будет наша минута, да. И я вам объясняю. Поехали! Из нее готовят хлеб, крупа белая. Мука. Самые новогодние фрукты оранжевые. Мандарины. Хорошо. Нас слушают, мы знаем это, нас очень любят. Без ложной скромности нам пишут, звонят, и это не может ни поддерживать, ни заряжать, это не может ни вдохновлять. Любой звонок, он тебя мотивирует делать что-то еще лучше и прыгать каждый раз выше головы. То есть мы себе сами планки мы не ставим, мы сами себя каждый раз стараемся быть лучше, чем вчера. Ведущие спасены, песни спеты и самая долгожданная часть – розыгрыш подарков. Конкурс проходил в одной из социальных сетей. Итак, мы сейчас ищем человека, который выиграет у нас ящик мандаринов. Я жму сгенерировать. Сгенерировать? 477. Надо. И я поздравляю нашу замечательную подписчицу Екатерину Охроменко. Утренний фреш на Радио 1 закрыл искрометный 2018-й. Вернутся ведущие уже 8 января. Для вас готовы новые шутки, форшмаки и масса интересных конкурсов. Так что и в новом году оставайтесь на волне 104.0. Будет интересно. С Новым годом, ребята! С Новым годом! Радио 1 поздравляет всех с наступающим 2019 годом. Оставайтесь на волне 104.0. Мы вас любим. Это утренний фреш!